Всем привет, дорогие друзья, с вами Варунс. Сегодня я продемонстрирую вам билд на посланник Догмат. Это ракетная установка сестер Парвас, которая отлично показала себя на стальном пути. Итак, перейдем к билду. Билд у нас получился сбалансированный. Шанс крита 70, статус 72, крит урон 7,3%. Отличный показатель общего урона, удар, вирус. Итак, зазубрина увеличивает наш урон на 165%. Раздельный патроник дает нам 90% мультивыстрела. Чутье на уязвимость увеличивает наш показатель критического урона на 120%. Мощный выстрел дает нам 60% критического урона и 80% к шансу статуса. Иние патроны и пагубная сила дают нам 120% к шансу статуса и также дают урон вирусу. Боеприпасы охотника 30% к шансу наложить статус разреза при критическом попадании. И точечный удар увеличивает на 150% шанс критического урона. Также в Axial Slot извините, вы можете поставить термитную скорость на скорость полета снарядов, потому что это ракетная установка, и у ракет определенная задержка полета есть. Вот. Так что скорость полета снаряда будет очень актуальна. Либо мутатор снайперской винтовки на снаряды, потому что их тоже не так уж и много. Итак, давайте посмотрим сам билд на стальном пути. А пока мы грузимся, не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Так, выживание, стальной путь. Начинаются здесь мобы от 140 уровня. Сейчас их побольше сбежится. Вот они, 140 уровень. Первый снаряд. Второй снаряд. Урона у данного гранатомета до хрена. Единственный его минус — это долгая перезарядка, это буквально 4 секунды. Так что будьте готовы убегать на длительную перезарядку, куда-то сейвиться. Это оружие массового поражения. Накидывает статус и крит очень отлично. Ну вот, как-то так. Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу данного билда. Всем пока.